Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами канал Нового Лада Тольятти. Меня зовут Денис. Также телеграм-канал Лада Дисконт, где самые выгодные цены в России на автомобили Лада. Сегодня я сделаю нестандартное видео. Такого видео я еще не делал. Сейчас я еду в автомобиле Нива, Нива Легенд, трехдверный автомобиль в люксовой комплектации с кондиционером. Я везу этот автомобиль своему клиенту на доставку. Обычно в своем инстаграм я и в группе ВК я выкладываю всегда фотографию там с собой автомобилем, который, соответственно, едет на доставку своему клиенту, да, и выкладываю, куда я еду. Так вот, дорогие друзья, сегодня будет видео-опрос. Я выкладываю видео сейчас на доставке, я уже в пути. Сделаю вам маленькую подсказочку. Я уже в пути 980 километров на самом деле. Проехал на автомобиле Нива, спал всего час, один час. Так куда я двигаюсь? Вариант ответа будет город Москва. Второй вариант будет город Ржев. И третий вариант будет город Ярославль. Так что, дорогие друзья, Москва, Ржев, либо Ярославль. Куда я двигаюсь, угадывайте. Вот. Собственно, это видео я решил вообще спонтанно записать. Сейчас еду на автомобиле Ниву. И знаете, мне вот видео тоже будет по доставке. Естественно, по этому автомобилю по доставке также будет. А сейчас просто я решил записать такое, как бы, более лайф, наверное, видео. И... знаете, я вот проехал на автомобиле почти 1000 километров, и прям вот почему-то мне захотелось себе тоже такой автомобиль именно в черном цвете. Не знаю, как-то более брутально, что ли, он смотрится так. Знаете, он как-то и стильно, и брутально смотрится этот автомобиль. Особенно я как-то это всегда очень многое визуализирую, да, и мне кажется, именно... Я вот часто езжу зимой, особенно на там покатушки, сноуборда и так далее. Поставить на крышу бокс, туда сноуборд, вещи куда-нибудь, уехать на горы кататься на такой машинке. Вообще прикольно. Какой-то своеобразный кайф в этом автомобиле есть. Реально он есть, своеобразный кайф. Не, все просто, да, шумно. Не динамично, может быть, даже и расход, да, там больше, чем нежели в автомобиле Лада Гранта, но в этом автомобиле есть свой кайф, и не зря уже столько лет, на несколько там десятилетий этот автомобиль разбирает. Стоимость, давайте так, хорошо, согласен, что стоимость автомобиля может быть, она завышена. Не может быть, пускай будет завышена. Хорошо, пускай будет завышена стоимость, но, дорогие друзья, сейчас вот, допустим, да, сравните этот автомобиль для активного отдыха, летом выехать там, вот у нас, допустим, в Самарской области есть такое место, КПО называется, выехать туда, ну, просто красивейшие места. Ну вот именно нужно ехать на таком автомобиле, что-то типа этого. Либо квадроцикл, да, квадроцикл, дорогие друзья, сейчас стоит 1 000 000+, да, если мы рассматриваем новые квадроциклы, это там, ну пускай вот 700, 800, 900, 1 500 000, 1 500 000, да, это квадроцикл, дорогие друзья, это просто 4 колеса и без корпуса. Здесь, в принципе, вот вам автомобиль с кондиционером, с багажником, с сиденьями, да, маленький джипик такой, компактный, подогрев сиденья, если в подъемнике есть. Выехать на природу летом — замечательная вещь. Вот я еду, просто об этом думаю, и реально, то есть сейчас Нива стоит как квадроцикл. Поэтому почему бы и нет, почему, как говорится, вот такой аппарат себе не приобрести. И зимой можно выехать в лесок куда-нибудь с детишками там покататься, вообще за милое дело. В общем, дорогие друзья, мне очень захотелось этот автомобиль для себя, для своей семьи, для активного отдыха. Опять же, для активного отдыха, дорогие друзья, просто для развития себя самого, чтобы было это как-то интереснее, выехать какие-то новые места посмотреть. Меня этот автомобиль, в принципе, устраивает. Проехал на нем 1000 километров, я спал час. Как мне, мы недавно, я останавливаюсь в Макдоналдсе, взял кофейка. И я
всего час спала, и мы как раз созвонились с клиентом, кому я сейчас везу этот автомобиль. Он говорит: Денис, ну тебе надо в Париж-Дакар выступать. Так что, дорогие друзья, Париж-Дакар надо выступать, сделать брендинг автомобиля новой Лада Тольятти, Лада Дискон, телеграм-канал. И вперед, короче. Вот. Ну так, шутка, конечно. Вот. Париж-Дакар — это серьезные вещи, и к ним надо очень серьезно готовиться. И там выступают действительно очень крутые профессионалы. И наша команда КамАЗ-Мастер, конечно, самые лучшие. В общем, дорогие друзья, вот и, пожалуйста, вам Нива. В общем, угадывайте, куда я еду, дорогие друзья, на доставке. Это черная Нива, трехдверка, коротыш, люксовая комплектация с кондиционером. Кстати, этот автомобиль был забронирован с канала, телеграм-канала Лада Дисконт. То есть этот автомобиль продается по дисконту. Вот, соответственно, делаю доставку, и доставка оплачивается отдельно. Угадывайте, куда просто. Вот. И еще есть в наличии тоже, пока сейчас поступили тоже не, пока я сейчас в дороге, я знаю, что выгрузился сегодня тоже черный легенд, тоже люксовый с кондиционером. Вайбер, ватсап, гол, кому интересно. Так что такое вот просто живое видео, дорогие друзья, в доставке. Погнали, дорогие друзья. Отличного дня, прекрасного настроения, хороших выходных. Удачи вам!